30-й день стройки. Крыша кошары перекрыта полностью. Осталось только сделать конек. Вот такая вот она у нас получилась. 2 дня упорного труда. И 21 метр кошары шириной 9 метров готово. Эти стоечки мы уберем, так как они у нас временные. Ну и конек тоже со временем, то есть завтра уже доделаем. Вот как-то так. Потихонечку стройка подходит к концу.